Так, итак, ведем репортаж. Два Эволюшена, за рулем Леонид, как всегда, и я, его друг, и штурман Тамерлан. И да. Сейчас мы будем пасти гаишников, которые хотят взять у нас взятку на швейцарских номерах. Да, мы решили проверить, как они относятся к иностранцам. Итак, вот этот Леха, ночная мечта, у него ник. Еще в другом народе его Night Dream называют. Сейчас посмотрим, что он будет творить. Давай, давай, Алексей. СКМ, блин. Лёня, это что было? Алексей заехал, а мы не заехали. Мы упустили это швейцарские номера. Так, попытка номер 2. Как ты говоришь, СКМ, да? СКМ, да. Блин, ну это уже вызов, реально. Мы Лёху, главное, сами задоумили, блин. Выезжай с той стороны. Да не, ну мы заедем, чё. Да, я знаю, цикл. Что-нибудь сейчас придумаем. Левее бери, короче, там, вон там, блин, овраг, блин. Ну давай, разгоняйся тогда теперь. Я за второй просто. Да, нет, так не получится. Так, так, так. Да не, если честно, мы сейчас еще не пробовали даже. По кайфу нет обстановка? Вот хуй скажешь, да, что мы в Москве. Вот это Леонид. Это трасса. В общем, мы просто проверяем горку. А как он так заехал, мы не можем. Короче, все, я на первый поеду по этой колье. И у него ник какой? Ночная мечта. Вот. Вот так вот. Базаров нет. Вот на этом месте, клянусь, застрял Макса Раптор. Вот, Макс, привет тебе. Офигеть, мой рун. Макс, говорят, ты здесь застрял, а вот и ночная мечта. Но он вообще не застревает, это вот реально, это не полигон для него. Да. Им надо в следующий раз, отвечаю, Мурманск, Владивосток. Да, я так понял, на нем мы поедем. Да. Так, впереди ночная мечта. Тихо, дайте по ночной мечте погулять, покрутить. Так, давай, мечта, давай. Вот. Главное, чтобы она не в нас все приехала, это мечта тебе. Тихо, дай ночные мечты, я развлечься. Это его время же, ночная. А, вот, смотри. Че, на ту горку поедем? Да нет, не надо поехать никуда сегодня. Я себе в теплых ботинках будем в следующий раз. Нет, у вас есть у меня. Да не, нафиг нам докатим. О, смотри, Леха, что творит-то, блин, а? Дрифтер, блин. А сейчас видео дрифт на девятке Пятигорск. Молодец, Леха, приноровился немножко. Леш, фарами мигай, как профессиональные дрифтеры. Ночная! О! Еще вылези из машины. Главное, чтобы у меня что-то не взорвалось бы. Ладно, это все понятно, короче, пусть взрывается. Да. У нас как у Кайметов, папа, это канал. Вот на эту горку мы заедем вообще без проблем, просто мы сломаемся. Не давай, защиту. Не будем, давай, не будем. Не мучай машину, реально. Вон, пацан греется, видишь, вот. Давай подъедем, слушай, что здесь, почем вообще.
А, там никого нет. Короче, он здесь везде проезжает вообще. Да, все, да, понятно. Смотри, там сзади ночная мечта, аккуратно. Night Dream сзади. Night Dream. Лё, ну как тебе проходимость Эволюшена? Итак, вот ночная мечта, он же Night Dream. Ему ничего не будет, усиленная корзина. Защиту я подрывал, я чувствую, там по смазке все. Куплю новое, 1000 рублей. Я даже не подрывал, хотя я запрыгивал ход. Ты как-то заехал в натяг, а я, знаешь, как... Я чуть-чуть рывок, да? Знаешь, где я проехал, где Макс Раптор застрял, на этом же месте. А, в этом месте? Прям там же спуск справа, я тоже пошел ходом. И надо было вправо, я перелетел. Мы уже пошли, я жду мотороз на самой. Так я на пригорке, на нем сдал назад и проехал. Да мы просто примерялись. Мы вышли по фарам смотрим. Ага, поехал назад. О, сейчас выскочит. Не выскакивает. Пошли. Пошли. Ну все, мы ушли толкать. Нет, спокойно, скатываешься, разгони. Вообще, плюс. Я думал, ты слетел с колеи. Отвечаю, поставить КБшную защиту, можно вот такие горы ходом брать. Вообще без проблем. Да, ну она крепкая, сейчас. Ну что, давайте на прощание что-нибудь на вечернее. Night Dream, давай, ночная мечта. Тамерлан выйдет, выйдет. Нужен полный привод, пацаны. Нужен полный привод. Ты на переднем ехал? Да что? Тагил. Тагил, да? Тагил рулит.